Продолжается программа «Мужской понедельник», 12.06 на часах. В студии в качестве ведущих Николай Голиков и Владимир Сметанин. А у кого что, у евреев сегодня, между прочим, Новый год начинается. Ну, любопытно. Только да, позавидовать остается. Да, мы, кстати, говорили на эту тему в передаче «Союз нерушимый» в прошлую пятницу. Запись программы, как и многих других программ, вы можете найти на сайте echokirova.ru. Ну а что касается программы «Особое мнение», то есть еще на сайте текстовая часть. Можете не только слушать, смотреть, но и читать. Ну, читайте заодно и копировать, если понравившиеся кусочки. Очень легко и удобно. Да. Коллегам, журналистам, по-моему, очень хорошо. Да, вот я облегчает с задачу. Этой точки зрения очень даже хорошо к этому отношусь. Да. Ну, 9 сентября в нашем городе прошел марафон «Вятские холмы». Мы предполагали говорить об этом после 12.05 во второй части программы «Дневной разворот». И будем об этом говорить. Но в первую очередь у нас еще не весь состав, собственно, гостей. Пока... Не все марафонцы еще прибыли к финишу. Но я думаю, что все-таки все. Да, надеюсь. Сегодня. Сегодня. Надеюсь, да. Как ни странно, некоторые марафонцы стоят в пробках, что мне крайне удивляет. Вообще, конечно, надо передвигаться без автомобиля. Ждем, во-первых, нашу коллегу Веру Власову, ведущую программы «С верой в спорт». Она принимала участие вчера в марафоне. Андрея Рудина также ожидаем. Ну и у нас на этот момент в студии участники марафона Василий Леушин и Дмитрий Соколан. Василий, Дмитрий, добрый день. Добрый день. Всем здравствуйте. День. Давайте познакомимся. Сколько вчера пробежали? Какую дистанцию марафонскую? Дмитрий. Мы бежали, Дмитрий. Да, марафон. Это 42 километра. И 200 метров. И 200 метров, да. Так. Значимость этого спортивного события еще в том, что полтора десятка лет в центре в Кирово, да, не проводились... Вот как раз-таки марафонские забеги. Ну, в полном объеме, то есть полумарафон это были вроде бы, да? Василий, вы сколько пробежали? Да, я бежал с Дмитрием вместе. Это был вчера мой спарринг-партнер, мой помощник, мой верный друг. И с ним вместе мы преодолели дистанцию 42 километра. Там уже не важно, кто первым приходит на финиш? Абсолютно. Когда бежишь в паре? Да, на самом деле мы не ставили себе амбициозных целей там показать лучшие результаты среди там возрастных групп, области и что-то еще. Да, мы ставили цель для себя лично сделать собственный результат. То есть вы не боролись за призы? Абсолютно, не было такой цели прибежать первым? Да, учитывая, что мы с ним, с Дмитрием, одноклубники, мы финишировали вчера с флагом вместе. Одноклубники — это что? Скажите, это, да, что где вы занимаетесь, что за клуб? Ну, вообще, на самом деле, нас объединяет не только бег, это спорт велосипедный, это очень много других видов спорта, это ориентирование спортивное, это эрогейн, и все это культивируется в нашем спортивном клубе «X-Киров», который объединяет всех любителей, именно любителей мы имеем в виду, различных видов спорта, направлений абсолютно. Это такая интернет-площадка, но кроме этого мы уже переросли во что-то большее. Это и организация мероприятий спортивных, и совместные выезды на организованные соревнования на других регионов. То есть вот эта площадка, на которой мы познакомились, где мы тренируемся вместе, где мы выступаем на соревнованиях. То есть этот клуб это ваше хобби для души, для абсолютно, тела? Да, это наше то, хобби, чем вы занимаетесь, то, чем вы занимаетесь в свободное от работы время, как принято говорить. Так, впервые участвовали? Вот в такую дистанцию впервые бежали? Конечно, на самом деле. То есть вчера было уже, наверное, я скажу себе, у меня шестой марафон, Дмитрий, наверное, еще больше. Ну, я уже не помню, я просто их не считаю. Не считаю тоже марафон. Ну, а так вот посмотришь человека, как человека, не скажешь, что ну, может быть, да? Может быть, 10, может быть, чуть больше. До этого где бегали дистанции такие? Ну, для меня забег в Кирове как стал впервые, это на 42 километра, потому что проводился он в городе, да, как вы говорите, впервые за 15 лет. А так дистанции были в Москве, в Башкортостане, в Уфе, хорошая дистанция очень. Также Казань. Где, в Москве? В Казани, да, в Казани бегали. Ну, понятно. Да, были забеги немножко другого формата, но тоже марафонские, ультрамарафонские, это горные забеги. Это тоже пересеченные местности. Пересеченные местности, да, так называемые горные забеги, это Свердловская область, это Башкортостан, республика, то есть вот Уральские горы мы захватывали. А, Дмитрий, твоя география? Ну, наверное, еще это Челябинская область, тоже это горный марафон. Башкирия, Екатеринбург. И в Пермском крае тоже недавно пробежал полумарафон трейловый, 20 километров. Трейловый это какой? Это значит не по асфальту, это пересеченная местность, это подъемы, это корни, это какие-то камни, то есть такая дистанция довольно сложная, где надо не просто бежать, думать головой. Да. За всю легкоатлетическую карьеру у вас не было сходов с дистанции везде, вот сейчас мы назвали, где вы принимали участие, везде вы стартовали и добегали до конца?
На самом деле, да, посчастливилось финишировать на каждой дистанции. Были нюансы, были травмы, которые получали, но, тем не менее, через там, преодоление себя старались финишировать. Ну и с опытом, конечно, приходит понимание, что здоровье все-таки в первую очередь. Да, то есть мы занимаемся любительским спортом. Это спорт не на выживание, не на там, не убивание собственного организма. Это именно для своего здоровья. Поэтому стараешься всегда подходить к забегу и участвовать именно с тем результатом, на который ты готов, чтобы не рвать организм. Дайте, и, кстати, насчет результата. А какой получился вот вчера у вас? Что удивительно, я все-таки секрет один открою, мы ставили одну цель для себя. У всех любителей марафонцев есть такая вот грань — выйти из 3 часов, то есть финишировать меньше, чем за 3 часа, там 2:59, там 30 секунд, допустим, да? Ну, да. Вот мы такую цель поставили, но немножко ее перевыполнили и финишировали. Объясните, пожалуйста, простым слушателям, далеким от легкой атлетики, от бега, почему именно такая планка 3 часа? Ну, это такое, как бы, видимо, такое время, когда вот человеческий организм, который тренируется, ты, допустим, там бегаешь, и до какого-то момента понимаешь, что у тебя есть силы, и вот это как проверочная грань, сможешь ты или нет. То есть вот не знаю, почему по всему миру есть такая тенденция. То есть клуб 3-минус, это те люди, которые пробежали марафон за время меньше, чем 3 часа, это считается уже шаг в следующий, как бы, уровень. Это не просто любитель, который может пробежать марафон, это любитель, который может круто его пробежать. То есть это время сильно подготовленного спортсмена. То есть, вы перевыполнили план так? Поподробнее, если можно. Да, вчера получилось немножко перевыполнить план. То есть, используя нехитрые математические вычисления, 3 часа 42 с небольшим километром, то есть по 14 часов, да, скорость средняя? 14 километров в час. Средняя скорость, да. Ну, естественно, такой длинной дистанции. Так, давайте... Давай, погоди, все-таки пусть скажут цифру. А, хорошо. Да, ты все перебивал. У нас уже пул гостей сложился. Что ж у вас, как вы так это перевыполнили? Что это значит? Ну, мы пробежали с некоторым запасом, то есть мы сделали себе буферную зону, которая нам позволила спокойно финишировать. Пешком идти? Да, не впритык, скажем так, да, немножечко. 2 часа 53 минуты вчера. Ничего себе такой. 2 часа 53 минуты. Хорошая такая фора, да. Да. Вы вместе так парочкой вошли, да? 2:53 минуты. Да. Я прямо жду, когда появятся фотографии и видео нашего замечательного финиша с Дмитрием. Поясните, пожалуйста, опять же, непрофессионалам, в чем отличие от одиночного бега, да, и работы в паре вот на такой дистанции? Знаете, то есть, вот кто бегал марафоны, тот, конечно, меня поймет. Я скажу за себя точно, когда я бегал марафоны в одиночку, это одно из самых сложных, когда ты остаешься на марафоне один. Один сам с собой, наедине со своими мыслями и с этой дистанцией, которая шаг за шагом, кажется, что просто она удлиняется до финиша. И вот эти финиши одиночные, они настолько сложны морально именно, поэтому именно здесь люди зачастую ломаются. Вчера... Ломаются, в смысле сходят? Ломаются, да, и сходят, и их моральное волевое качество не позволяет им заставлять себя бежать, организм работать. Вчера, благодаря Дмитрию, мы финишировали в отличном расположении духа. Мы всю дистанцию с друг другом весело разговаривали. Мы девчонок обсуждали. Ну, в том числе, конечно, да. Кстати, их очень мало было на марафоне. Очень мало, поэтому, девушки, задумайтесь на следующий год. Да, кстати, мы вчера гуляли в районе Театральной площади с семьей, и меня супруга спросила, а что одни мужчины бегут, да, где девочки? Она как-то... Ну, девочки, видимо, боятся нас пока бежать. Я ее успокоил тем, что мы, наверное, уже финишировали. Обогнали мужиков все. Так, у нас еще гости, да? Наша коллега Вера Власова, ведущая программы «Сфера и спорт», участница вчерашнего марафона. Организатор. Я, к сожалению, не бегала вчера. Хорошо. И еще... К сожалению, для марафона. Да, потому что вот жалобы. Еще один организатор, известный в нашем городе, Андрей Рудин. Андрей, добрый день тоже. Добрый день. У нас время небольшой паузы, сейчас потом продолжим. Вот теперь можно всех представить. Всех четверых, так сказать, участников в той или иной степени марафона, организаторов, участников. К нам присоединилась Вера Власова, наша коллега по «Эхо Москвы». Вера, добрый день, еще раз. Добрый день еще раз. Как сказал Владимир, всем известный Андрей Рудин, это председатель президиума Федерации триатлона Кировской области. Андрей, добрый день. Добрый день. Ну и два участника, которые, как мы выяснили, несмотря на твое, Володь, сопротивление, все-таки уложились в 2 часа 53 минуты. Да, вчера пробежав полную марафонскую дистанцию 43 километра 200 метров, это Василий Леушин, Дмитрий Соколан. 42 километра. 42. Я оговорился, добавил километр. Это неплохо. Он был бы лишним, я думаю. Да. Так, давайте, мы еще не проговорили основные итоги Вятских холмов. Сколько человек поучаствовало, сколько было зрителей, сколько было непосредственно на дистанции человек. Давайте вот по этим цифрам. Можно поближе, Андрей, микрофон, да.
Порядка 2000 участников было у нас зарегистрировано, чуть меньше вышло на старт. Всего на площади, по данным полиции, порядка 5000 было участников и зрителей. Единовременно. Угу. Да, одновременно. Единовременно. Это такой стоп-кадр и 5000. Угу. Ну, у них какие-то есть свои методы оценки. Да. Что, эти 2000, они разные дистанции бежали? Да, бежали разные вот дистанции. Конкретно то, о которой мы сегодня говорим, которое впервые там за долгие годы у нас было заявлено 74 человека. Все на марафон? Да, на марафон. Все 74 вышли на старт. Пришли? Один человек не финишировал, он сошел, и один человек был дисквалифицирован. За что? Ну, скорее всего, он какую-то контрольную точку просто не прошел. Сократить решил, видимо, дорожку где-то, да, под дворами пошел. Возможно, да. Дистанции были 300 метров, самая короткая, 600 метров, 3 километра, 10,5 километров, полумарафон 21,1 и, собственно, марафон 42 километра, 200 метров. А детишки, да, бежали самые короткие дистанции? Да, 300 метров. У нас дети от 4 лет и 600 метров от 8 лет. А полумарафон сколько заявилось на 21? Полумарафон, если почти около... 50 на марафон. 74 на марафон. 74, да. А, 74 и все вышли на марафон. Из них 3 женщины было, вот сказали ребята сегодня, что мало было женщин. Мало. Да. 100 человек, 100 человек бежало полумарафонскую дистанцию, и еще порядка 150 бежали 10,5 километров. Ну, вообще, это солидная цифра получается. Так. Ну, самый массовый забег, это у нас традиционно забег на 3 километра, да, где у нас бесплатно участвовали школьники и студенты. Там около 1000 участников у нас было в забеге. Они там целыми классами были? Там и классами, и школами, и предприятиями. Спортивными школами. Предприятий много бежало, как всегда. Так, давайте поговорим о тех, кто, собственно, завершил, то есть показал самые лучшие результаты на своих дистанциях. Что они получили? Кто эти люди? Он, Вера сказала, тортиками бегала. Тортики — это отдельная история. Это, ну, забегая вперед, скажу, что, конечно же, Вятские холмы изначально создавались для того, чтобы поддерживать спорт не только в душах кировчан и жителей Кировской области, еще 24 регионов, субъектов Российской Федерации, но это и всероссийский главным... все-таки получился. Да, всероссийский, но он уже масштаб. На самом деле давно такой всероссийский масштаб у нас. Но главным образом мы хотели обратить внимание на то, что в детских домах и домах-интернатах Кировской области и города Кирова спортивное направление нуждается в дополнительном развитии. Так, не забегай, об этом чуть позже. Об этом чуть позже поговорим, да, безусловно. 24 региона. Что это были за люди? Это любители тоже, это профессионалы. Ну, здесь, наверное, Андрей поподробнее расскажет. Андрей, спортсмены, у которых там звания и регалии есть уже. Профессиональные марафонцы. А то вот понаехали, да кто такие-то? Нет, разные абсолютно были спортсмены. И не спортсмены. Сколько всего иногородних участников было? По количеству точно сейчас не могу сказать. Знаю, что 24 региона у нас было представлено, более 100 там различных населенных пунктов. Были разные спортсмены разного уровня подготовки абсолютно. Были те, кто приехал просто первый раз пробежать марафон и для этого выбрал наш город. Да, кто-то специально приехал. Были очень сильные ребята. Там, Рома Малых, допустим, из Москвы приезжал, десятку выиграл. Самое отдаленное от Кирова из этих 24-х. Так, чтобы Ханты-Мансийский округ. Ханты-Мансийский был вокруг, да. Так. А так в основном близлежащие регионы. Приволжье? Да, Приволжье, Москва, Санкт-Петербург, да, Екатеринбург. Свердловская область, да, сильный спортсмен. Урал был. Да, выиграл парень из Екатеринбурга у нас. Марафон. 42 километра выиграл, да. За какое время он пробежал? 2.38. 2.31. 2.31. 2.31 и 2.53. Да, на есть, мой взгляд, Василий с Дмитрием были 4-5 в абсолюте. Не очень-то большая разница. А, нет, или, или это большая разница? Это очень большая разница. Пропасть пока еще, пропасть, да. А, на самом деле, еще хочу вот дополнить, что после, там, допустим, ну, время взять там 2.45, и каждая минута, которую ты скидываешь, каждый раз на марафоне, это очень тяжело дается. То есть вот, огромная, допустим, 2.33 и 2.30, это просто разница. Пропасть большая. Очень. Да, любопытно. Ну, давайте про награды поговорим. Так, парень из Екатеринбурга выиграл марафон среди мужчин, а среди женщин? Среди женщин наша спортсменка, наша кировская женщина Вера Александрова. Она тренер по лыжным гонкам, да, работает в спортивной школе номер 3. Да, ну, то есть она, можно сказать, профессиональный спортсмен. Не профессиональный марафонец, но профессиональный спортсмен все равно, да? Ну, скорее можно отнести ее к спортсменам-любителям все-таки, потому что профессиональные спортсмены – это те, кто зарабатывает деньги, выступая на стартах. Да, она все-таки зарабатывает тренерской, наверное, работой. Ну, я так подозреваю. Когда есть призовой фонд, да, на турнире, да? Ну да, побеждая. Да.
они выигрывали там определенную часть. Так, в остальных номинациях, в остальных дистанциях? Ну, как я говорил, уже Роман Малых выиграл у нас 10 километров. Да. Это уроженец Кировской области, да, он сейчас проживает в Москве, он, по-моему, тренер, старший тренер в Adidas Running. Да. Да, он готовится, через неделю побежит знаменитый берлинский марафон и хочет там поставить личный марафон, личный результат на марафоне, поэтому он подводится вот такими стартами. Две недели назад, по-моему, он выиграл 10-ку в Ярославле, бежал, тоже хороший результат показал. Ну и у нас приехал как бы погостить. Вот, Ярославский полумарафон проводился в прошлые выходные, да, один из самых крупных полумарафонов России. Это тоже в череде Russia Running? Да, это да. Также проводит компания Russia Running. Точнее, это, там они уже являются организаторами этого соревнования, да, а у нас они осуществляют только техническую поддержку в плане хронометража и регистрации участников. 10,5 километров победители. Мы только что про него говорили. Да, тоже есть. Дальше 3 километра тоже подводились? Конечно. Да. Во всех дистанциях, во всех номинациях, собственно, есть победители. Что за призы? Ну, как таковых особых призов не было, то есть почет, уважение и медаль на финише. Медаль на финише. Медаль, но особенная медаль. Какая? Медаль наградная. В чем ее особенность? В первый раз мы делали наградные медали, дизайнерские, очень красивые, хорошие медали получились. Ну, получили те, кто... для победителей, призер, да? Да, победителей. Для победителей призеров. Да. Ну и для всех финишировавших тоже очень красивые медали получили. Но другие. Все отметили. Да. Но другие. То есть по дизайну похоже. То есть у нас все было продумано с точностью до мелочей в дизайне мероприятия данного. И медали, конечно же, тоже. То есть они хорошо смотрелись вместе. Футболки всеми достались участникам? Или... Да, всем. Да. Или только организаторам? Просто я вчера наблюдал все в футболках. Я так полагал, что всем раздали. Футболок хватило всем, кто участвовал. Отлично. Что еще унесли? С этих забегов люди, кроме футболок. И хорошего настроения. Да, надеюсь, что хорошее настроение. Нет, конечно. Не забрали, да. Хорошее настроение, да, зарядились эмоциями. Я думаю, что весь Киров зарядился положительно. Так, хорошо, сейчас снова к Василию и к Дмитрию хочу обратиться. Узнать вашу оценку организации вчерашнего забега. Вы люди, побывавшие, поучаствовавшие в мероприятиях в других Причем городах. Причем по всей его протяженности. Давайте сначала спортсменов вас послушаем, непосредственных участников, потом уже организаторов. Сейчас можете не стесняться, ругать можете организаторов или хвалить. Но, на самом деле, я попробую начать. Я, Василий. Вась, давай ты называешь плюсы, я называю минусы. Договорились. Все, у вас будет такой биатлон. Один плюс, один минус. Один хороший, другой злой. Минус. Да, давайте. На самом деле, с Андреем мы очень давно знакомы и в плане организации. Да, в плане организации я прям вижу, что все здорово, все делается так, как, ну, на мой взгляд, должно делаться. Да? Если вот сравнивать с другими забегами, то абсолютно ничем не уступает забегам в больших городах, крупным марафонам. Организация, что самое важное для участника, это понятная дистанция, разметка понятна, чтобы никто никуда там не убегал не в ту сторону. Это, конечно, волонтеры на трассе, которые обеспечивают питание. Это мега важно для всех участников, которые бегут, чтобы не было такого, что там... Ну, действительно, я встречал на своем веку тогда, когда спортсмен бежит, а пункт питания уже закрыли. Или говорят, что, ребята, извините, у нас кончилась вода. Подожди, там еще питание раздавали? А как же? Я только безусловно, что да. Слушай, там питание. Там 3 часа по победнику. Там водичка была, и морс какой-то. Водичка, газированный сладкий напиток, фрукты обязательно. И там был изотоник. И это действительно важно, потому что когда ты прибегаешь на пункт питания, когда у тебя кончаются силы, вот это единственное, что может тебе дать силы двигаться дальше. Безусловно, очень радует поддержка по дистанции, организованная, это музыкальные точки сопровождения, где тебя поддерживают там исполнители разных групп. А сколько было музыкальных точек? На Театральной площади, на перекрестке Октябрьской и На Театральной площади, само собой. Там была большая культурная программа, о ней мы тоже потом еще можем поговорить. На перекрестке Октябрьского и Московской стали ребята группа Skins, молодые ребята, очень активные. Насколько я понимаю, самый яркий наш пункт музыкальный был. На перекрестке Октябрьского проспекта, улицы Труда, стоял диджей Flash. Юра Плотников, да, спасибо ему тоже огромное за поддержку. И еще мы сделали точку музыкальную у Глобуса, у Сельхозакадемии. Там тоже звучала активная музыка, беговая, спортивная, то есть, чтобы тоже ребята у пункта питания как раз это было, чтобы поддержка еще таким образом оказывалась. Так, Безусловно, выдача стартовых пакетов, регистрация заранее за день — это большой плюс. То есть, когда спортсмены могут не торопиться с утра приезжать в стартовый городок, получить заранее за день футболку, получить стартовый номер, подготовиться к марафону. Это очень важно. Ну и организация всего досуга на площади — это, безусловно, большой праздник, куда могут прийти не только спортсмены, а там целыми семьями. Да, есть, и группы поддержки, наверное. Обязательно, да. Есть куда там детей оставить, чтобы они развлекались, с ними занимались аниматоры.
Есть четкое, понятное разграничение, разметки на площади, старт-финиш. Это все было, конечно, на высшем уровне сделано. Ну, теперь вы, Дмитрий. Да, вот первый такой нюанс, который хотел бы сказать, это сама трасса. То есть она была выполнена в виде, ну, не в виде одного круга. Нам пришлось бегать по, допустим, кто бежал марафон. Вы про асфальт будете говорить, она уже десятки лет так выполнена. Асфальт на самом деле в этом году местами закатали прямо идеально, было комфортно бежать. Вот. А вот то, что, допустим, нам приходилось это не в один круг бежать марафон, всегда бежится легче в один круг. Вот как в Москве, допустим, самый значимый, самый статус. Когда ты не повторяешься, пробегаешь дважды одно и то же место, ну или там больше раз. Да. Четырежды. Четыре круга, да? Четыре круга бежали, кто бежал марафон, соответственно, кто полумарафон 2, десятку 1. А назовите этот круг, марафонские четыре круга. Андрей, напомните. Мы стартовали с Театральной площади по улице Московской, на Октябрьский проспект направо, до Профсоюзной, дальше по Профсоюзной до Карла Маркса, возвращаемся на Октябрьский. По Октябрьскому до Карла Маркса разворачиваемся, бежим по Октябрьскому до улицы Московской, по Московской направо до Горького, разворачиваемся опять, возвращаемся на Октябрьский до Сельхозакадемии. До Маклина. Да, ну даже чуть подальше, до ЦУМа мы добегали, разворачивались и возвращались до Московской, потом на улицу Дерендяева, по улице Дерендяева до улицы Маклина. Там еще петелька небольшая, возвращались до Московской, ну и на Театральную площадь. Четыре раза так и 40 с лишним километров. Да, 10,5 километров круг получился. Ну, оптимальный с точки зрения организации. Хочу добавить, кстати, Дмитрию, что Московский марафон всего 5 лет проводится одним кругом. До этого там было тоже 4 круга. Да, но видите, когда Андрей перечислял маршрут, очень много было таких точек, петелек разворота. И на этих петельках теряется скорость, сбивается темп. Вот, и, конечно, ну, тяжелее бежать такой марафон. Но хотелось бы, чтобы в будущем как-то этот круг был побольше, поинтереснее. Я думаю, что это должно когда-то произойти. Наш город вырастет, да. Ничего страшного нет. В чистые пруды, солнечные берега. То есть пока город привыкает к этому, ко всему, привыкают власти, жители города, это вот все потихоньку придет, я думаю, к чему-то к такому более масштабному. А с точки зрения навигации, там понятно, куда бежать? Абсолютно грамотная разметка. Волонтеры стояли, направляли. Если там кто-то куда-то бы захотел даже убежать, его бы не пустили. Ну, все-таки один-то куда-то делся, бегун. Ну, там... Умудрился как-то проскочить через стену волонтеров. Гаишники, которые стояли на перекрестке. Сама вот эта ситуация, наш город довольно-таки холмистый, да, вот это вот все, подъемы, спуски, они как-то вот... Это свою изюминку придает или... На самом деле, казалось, будет бежать сложно, но как-то все так равномерно. Мы подбирали темп определенный, допустим, горки не сильно. Старались работать вниз, наоборот, как бы бежали, ускорялись. То есть темп, он как-то равномерно распределился на всю дистанцию. Допустим, в этот же день был марафон в Перми. Там набор высоты был больше, чем у нас. То есть еще был сложнее. У нас вроде вязкие холмы, а у них перемол. В принципе, не надо бояться такой дистанции. Южноуральские предгорья. Я еще дополню, как у нас один из участников сказал, да, что вот только на марафоне «Вязкие холмы» он узнал, что в Кирове оказываются холмы. Да. Прочувствовал, да. Ну, видимо, мало он пешком по городу ходит еще. Хорошо, про организацию еще поговорим, но уже после небольшой рекламы. Продолжим очень скоро. Продолжаем разговор о благотворительном. Да, но мы об этом практически пока еще не говорили. Да, мы поговорим об этом чуть позже. С нами Андрей Рудин, Вера Власова, Василий Леушин и Дмитрий Соколан. Вера, Андрей, собственно, вы как организаторы. Ваше видение вчерашнего мероприятия. Все ли получилось то, что вы хотели сделать? Работа над ошибками, возможно, какая-то. Андрей. Ну, я думаю, что мы провели некую работу после нашего весеннего забега. Там у нас были некоторые недочеты и в плане хронометража, и в плане организации. Так, для себя сравниваю, каким образом. Если после весеннего полумарафона у меня телефон разрывался, да, от вопросов там, участников, да, то вчера мне буквально 2 человека всего позвонило. Остальные, видимо, в лёжку лежали после такой дистанции? Нет, участники же разные были. Больше всего звонят родители детей. Да, то есть они больше всего переживают за своих детей. Вот, вчера как-то все спокойно в этом плане прошло. Вера, добавишь что-то? Ну,
По технической части это, конечно, Андрею виднее. Я отвечала за, скажем так, социально-культурные составляющие данного мероприятия. Конечно, недочеты есть всегда, и это прекрасный повод для того, чтобы развиваться и понимать зону роста. Но это мелочь, по большому счету, вот эти недочеты? Или это все-таки какие-то серьезные, серьезные концептуальные вещи? Если ребята не заметили, тогда, значит, все было хорошо. То есть это было не так важно, но главное, что мы это заметили, отметили, в следующий раз такого не будет, я думаю. Вот, ну, а так по организации, в принципе, все ребята молодцы. Кто работает с нами, тоже пятый забег в Серебрянские холмы за два года, что мы работаем. 16, 17, 18, да, три года. И, соответственно, кто-то из партнеров, кто-то из ребят, которые нам помогают это все делать, это уже такая сложившаяся команда. То есть им уже ничего лишнего объяснять не нужно. Они уже знают, вот, как Юра Плотников, допустим, где встать, что сделать, и я уже могу даже не контролировать их точку, я знаю, что там все будет хорошо. Да, и таких становится с каждым годом, с каждым забегом все больше. Андрей? Я бы хотел еще отметить работу волонтеров. Виктория Столбова у нас курирует волонтеров. Она просто, ну, они с командой ребят просто фантастически работают. Волонтеры, с каждым годом это отвечали за лучше воду, за питание. Я видел, были еще медики-волонтеры. Да, то есть... Это студенты, наверное. Студенты медакадемии, да, в основном. Ну, или медучилища. Вот, волонтеры с каждым годом у нас просто прогрессируют, ну, нереальными темпами. То есть... Абсолютно подготовленные. Год волонтера у нас. Некоторые ребята уже три года с нами работают именно в волонтерстве. То есть очень приятно их видеть на каждом нашем новом старте. Да, чувствуется, что им это не безразлично, что им приятно эта работа делать, вот это общее дело. И насколько быстро они отзываются, что вот с просьбой к ним обращаешься, что-то сделать, куда-то сбегать. Легко просто. Вот спасибо ребятам еще раз огромное. Тем, кто помогали, тем, кто были с нами вчера. На самом деле, без их поддержки и спортсменам, и организаторам пришлось бы очень... туго. Да, поэтому спасибо, ребят, еще раз. Ну что, у нас еще два блока не рассмотренных подробно. Это, ну как правильно, это развлекательная составляющая, да? Культурная программа, скажем так. Культурная программа и благотворительный, собственно, аспект. Да, вот. Давайте с благотворительностью все-таки начнем, потому что здесь хотелось аспект бы подробно. Да, марафон благотворительный. Давайте напомним, что нужно было делать взнос для участия. Вот, продолжайте, Андрей. Ну, все участники, за исключением социальных групп, таких как школьники и студенты, на дистанции 3 км, все остальные участники, они оплачивали стартовый взнос за участие, да, за счет этого стартового взноса они получали, ну, стартовый пакет, да, и собранные средства, они в последующем идут, нами направляются на поддержку детских домов, да. У нас существует программа, по которой мы поддерживаем детей в детских домах Кировской области, наверное, уже говорила, да, и помогаем им начать заниматься, либо продолжить заниматься легкой атлетикой. Именно на легкую атлетику мы ориентированы. По итогам... какая сумма фигурирует вот, по итогам Кировских холмов? Сколько собрано, да, сколько средств? Собрано, да. Порядка 400 тысяч у нас 400 собрано. 400 тысяч. Да, собрано средств. По итогам Вятских холмов мы отбираем самых лучших ребят. Да, и это которые участвовали, да? Да, да. И затем в феврале месяце они едут, ну, мы конечно оплачиваем им выезд на детские соревнования в Москву, соревнования русская, детская русская зима, которая в рамках Большой русской зимы проводится. Традиционное такое мероприятие. Да, уже третий год подряд мы повезем туда команду из Кировской области. А в течение всего года до следующих Вятских холмов, которые состоятся весной, наши тренеры будут ездить по детским домам, проводить там обучение, ну, с ребятами тренировки. Также обучат преподавателей физкультуры в этих детских домах каким-то тонкостям тренировочного процесса по легкой атлетике. В общем, вот будем двигаться в этом направлении и выявлять какие-то новые молодые таланты. Ну, эти поездки, эта работа, это, собственно, тоже вот, часть денег на это тоже пойдет, да, да, чтобы обеспечивать. Да. А инвентарь, там какая-то форма, это, ну, тоже все запланировано? У нас за счет фонда... Хотя какой там инвентарь течет? Ну как? Нет. Нужно, как же. Кроме того, мы в этом году стали лауреатами или победителями, как правильно сказать, фонда президентских грантов. Да. Вот. И за счет этих средств у нас покупается инвентарь для этих занятий, и тренеры выезжают тоже. Да. Какие конкретно сейчас дома планируются или уже охвачены вашим вниманием? Ну, с какими конкретными учреждениями вообще работаете? До сих пор было 8 детских домов, но один из детских домов Белой Холуницы расформировали. Сейчас 6. Это остались у нас детские дома, школа-интернат номер 1 в городе Кирове. Нововецк. Да, Спицынский детский дом, Великорецкое, поселок Тужа, Налинск, город Уржум. Вот 6 осталось, да? А, нет, 7. Еще 7. Еще, а, Сосновка. Сосновка, да. Сосновка, Вятско-Полянский район. Да. То есть вот эти 7 детских домов, в принципе, мы их охватываем.
Вот и они принимали участие у нас в забеге, кроме того, приезжали, привозили мы... Прогресс виден? Вот ваша работа с ними, Вера? Да, конечно. Да. То есть поначалу, скрывать не стану, возникало некое недоверие у руководителей детских домов, да, что мы куда ребят отдадим, что вы там с ними будете делать. Куда вы их повезли, да? Да, сейчас этот процесс решается намного быстрее, но вот сложности только исключительно из-за того, что ребята там находились где-то в поездках, да, где-то еще, и до 3 сентября даже они не могли понять, да, кто из них именно поедет, потому что воспитатели со своими детьми еще не встречались тогда. Вот, так, на самом деле, очень отзывчивые, очень охотно приезжают, очень радуются, что есть возможность такая приехать, несмотря на то, что вот у них в ближайшие дни еще одно соревнование будет среди детских домов. Да, но вот, тоже в областном центре? Насколько я помню, да. Только между детскими домами? Только между детскими домами, да. А здесь принять участие в таком большом празднике спорта, именно празднике, для них это, конечно, когда все равны. Все равны. Тогда неважно, кто из детдома, а кто... Все получают яркие призы, интересные, классные футболки, медали. Для них это очень большая радость. То есть я понял, что с логистикой стало проще. Результат у них выше год от года? Андрей? В плане, да. Да, ну, вот именно как легкая атлетика. Тут мне сложно сказать, спортивная. Я не отслеживаю. Надо, наверное, у тренеров спросить. Да, кроме того, дети кто-то, ну, они растут, да, соответственно, и дистанции у них меняются. То есть надо смотреть. Ну, это тренеры и преподаватели физкультуры, наверное, лучше знают. Но я думаю, если мы занимаемся с ними, если они тренируются, то, конечно, результаты будут расти. Вот хотел бы отметить еще то, что... Несомненно, интерес самих детей растет. Да? Если раньше первые годы мы привозили там, по 30 человек, да, по 40 человек, то в этом году у нас стояла планка привезти 50 детей вот на это мероприятие, а приехало у нас 85, да, человек. Вот, я думаю, что весной мы там порядка 100 детей уже после того, как с ними позанимаемся, привезем сюда на старт. Хорошо, 4 минуты остается. Давайте про культурно-массовую программу поговорим. Ребята, которые у нас были в культпоходе в пятницу, группа, да, это группа «Холодная кровь», она была на главной сцене на Театральной площади. Я прошелся, послушал громко. Да, да, ребята молодцы, действительно достойно отыграли. 2 блока у них было по 40 минут. Ну, ребята, спортсмены отметили музыку на трассе, которая была, поэтому об этом говорить не буду. Всегда мы старались совместить такой вот музыкально-развлекательный момент со спортивным моментом. Вот поэтому прекрасно у нас выступила Федерация ВУШУ, Федерация Тэквондо. Ребята вообще молодцы. Показательные, очень, были показательные выступления, да, воспитанников и тренеров. К сожалению, я не видела, но мне сказали, что было очень ярко и здорово. Всех положили. Там они разбивали плиты там, какими-то частями тела, говорят. Да, я сама не видела. Ну, на самом деле, ребята, рушили тротуарную плитку? На сцене. Ее не было, поэтому не рушили. Может быть, если только с собой принесли. Так, все очень отзывчивые, все понимают, насколько это яркий, интересный праздник, что люди увидят. Да, и как раз та самая аудитория, да, заинтересованных в спорте, в активном, здоровом образе жизни ребят, вот эту аудиторию они получают, да, себе. И, конечно, это обращает внимание. Конечно, людям интересно, тем более, если это сделано действительно профессионально и ярко, то, что у нас и было, и происходило на сцене вчера. Вот, кроме того, про музыку, да, продолжу. M&M Dance выступали ребята, замечательная Вера Анисимова, исполнительница-певица. Весной она у нас выступала на трассе, ребята, спортсмены, может быть, помнят. Стояла одна под проливным дождем, пела потрясающие песни, заряжала всех. Вот, да, вот. Большой палец показывает, все здорово. Да, в этот раз... Веселая пела то, что-то? Конечно, веселая. Под проливным дождем. Мы всегда очень строго следим, чтобы трек-лист у исполнителей музыкантов был яркий, действительно заряжающий, мотивирующий. Да, энергетически наполненные. Собственно, все ребята, и Cold Blood, и M&M Dance, и Skins, которые стояли на трассе, они все этим запросам нашим отвечали в полной мере. Что еще? Дом талантов, конечно же, хочется выделить. Дом талантов? Дом талантов Юлии Берман. Да, это замечательные детки, кнопочки, которые выходили у нас на сцене, выступали. Конечно, у всех, наверное, это умиление огромное вызвало. Вот, так что им тоже большое спасибо за поддержку. Андрей, так, вы говорите, Андрей, в микрофон. Да, и еще, да, спасибо, Андрей, что напомнил. Один из детских домов, которые к нам приехали, это, сейчас скажу точно, как они называются, школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Кирова.
замечательные ребята, они стали призерами соревнований. Они, глухие, они лишены они слуха, бежали. Они бежали, и они потом еще выступали на сцене, исполнили просто душераздирающую, на самом деле, очень красивую композицию, пели жестами. Вот, наверное, в интернете появятся записи, можно будет посмотреть, на самом деле, как это органично вписалось, как раз вот в противовес того, что энергетически заряжено, это тоже энергия, но уже немножечко с другой стороны мы это услышали и поняли, что такие ребята, они есть, и они бегут, и им это нравится, они получают это огромное удовольствие, поэтому такие дела нужно делать все вместе и заряжать друг друга вот на продолжение всей этой истории, которая называется «Вятские холмы». Минута остается, даже чуть меньше. Я предлагаю вам, уважаемые организаторы, поблагодарить участников, отметить, возможно, вот те команды, может, команды от каких-то предприятий, от организаций, еще раз призвать активнее участвовать, потому что действительно благая цель, помощь ребятам, приходить в спорт, развиваться в спорте. Андрей, пожалуйста. Да, несомненно, хочется выразить огромную благодарность всем участникам, кто принял участие в забеге в этом нашем осеннем и всех, во всех предыдущих забегах этого года. То есть суммарно это у нас получилось около 4000 человек за год. Вот. Среди корпоративных команд, конечно, у нас был небольшой прирост. Отлично себя проявили фонд Натальи Ротенберг. Они собрали команду порядка 250 человек. Это небывалый случай у нас. До этого лидером у нас являлась компания «Нанолек» в этот и раз. Культура гостеприимства. Да, и культура гостеприимства. Вот, они бежали тоже в этот раз. Но фонд Натальи Ротенберг, конечно, всех затмил. Переплюнули. Да, поэтому мы призываем всех, все предприятия нашего города и области, пожалуйста, выставляйте свои команды, участвуйте. Но уже в следующем году мы ждем вас. Да. Весной. Весной «Вятские холмы». «Вятские холмы». Марафон? Ну, это будет или... с форматом мы пока не... Нет, марафон точно не будет точно весной, не будет. Да, какой будет формат весной, мы еще не определились, несомненно, забег будет, в каком формате пока мы решаем. Ага. До конца этого года? Что-то еще? Нет, беговые события у нас беговой закончились. Беговой сезон завершен. Да. Беговой сезон завершен. Еще кросс-нации у нас в эти выходные да, проводят. Кстати, СП, да. Да, да, вот. Автомобилисты, потерпите еще. Кросс-нации. Нет, кросс-нации в Порошин. А, в Порошин. Тогда можно терпеть. Да. Ну что, спасибо большое. Всем удачи, спортивных успехов, достижений. Мы прощаемся. На этом программа «Мужской понедельник» завершена. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.